Shakir, I'm just wondering what your emotions were in that, you know, moment where you heard your name called, and were you expecting that? Какие твои эмоции были, когда ты узнал о том, что ты получил вот этот возможность и будешь играть на Jersey Devils? Очень сильно обрадовался. Так, сердце даже сильно забилось, то есть не ожидал, что выберут так высоко. Безусловно, только одни положительные эмоции, и я счастлив стать частью этой команды, этой системы, то есть и сделал все возможное, чтобы помочь команде выиграть Кубок Стэнли, добиться успехов. I was very happy when I heard it, very excited. I never thought I will be so high in the first round. Even my heart was beating so hard, so fast, so I was not very happy and still are. What my opinion, so I'm very glad I'm part of this beautiful organization, New Jersey Devils, and am I willing to bring this team to Stanley Cup champion. If you could describe what your game is like for fans of this team who have never seen you play, how would you describe your play? Как бы ты описал свою игру, которую вот люди, которые никогда не видели, как ты играешь, как бы ты ее описал? Я считаю себя атакующим защитником. Люблю подключаться к атаке и помогать в атаке нападающим. Но одновременно я и про оборону не забываю, то есть такой некий двухсторонний атакующий защитник. I will describe it like two-way defenseman, but I like to be in offensive zone and make a shot and scoring goals. But of course, I'm not forgetting my you know, job to be defensive. So I consider myself two-way defenseman. Shakir? Shakir, can you hear me? Yeah. Yeah. I've seen scouting reports that said you had the hardest shot in the draft. Is that something, I'm not asking you to compare, but is that something you can see yourself being from the point, maybe someday on the power play, that sort of thing? Ну, вот и они тебя видят, что ты можешь играть и в нападении тоже, как бы твоя, как ты видишь себя в нападении тоже. Какие вопросы? Как ты себя видишь в нападении? Будешь больше играть в нападении? Ну, если честно говоря, не хочу загадывать, я буду рад любой возможности вообще просто выступать за команду, то есть в этой лиге. Да, буду доказывать то, что я достоин играть в большинстве, то есть получать много игрового времени. И опять же повторюсь, наверное, буду делать все возможное, чтобы мне доверяли и верили в меня. So for me it's more important to play in this team, and I will do everything possible to bring team to the winner. And I would like to play in my defenseman. And of course, I would like to score a goal. This is my major goal to bring team to win a game. Has it? It's a very different situation. This half of the world is not playing right now. This half of the world is not playing right now. But you were able to play and have played quite well. Is your season going well right now? Ты понимаешь, вся ситуация такая, что весь мир практически не играет в хоккей. Только ты имеешь вот такую возможность. Но не только ты. Континентальная хоккейная лига имеет возможность играть в хоккей. И ты понимаешь, что сейчас такая у тебя возможность. Как тебе нравится это, что происходит сейчас? И как ты это можешь описать? И вот тебе получается этот сезон достаточно хорошо. Как ты его можешь описать, сезон, в котором ты играешь? Ну, к этому сезону я подходил максимально, наверное, серьезно, очень интенсивно и сильно готовился к нему в летом, в предсезонный промежуток. Да, наверное, сейчас я рад то, что мне стали больше доверять игрового времени, начали давать играть в большинстве. Но, опять же, на данный момент я считаю то, что я еще не закрепился в команде, то есть у меня еще все впереди, и нужно продолжать работать, чтобы доказывать руководству клуба и тренерскому штабу то, что они не ошибаются в том, что дают мне игровое время. So I was preparing for this season very seriously,
All flights during the summertime, I was preparing very much. I knew the season will be very difficult for me, but I'm playing right now, and coaches and management, they trust me, they put me in a power play, they give me a lot of ice time, and I understand, I appreciate it very much. But still, I understood I have to work more hard to bring my level to more high level, and I'm never stopping to work and to sure and prove what they really gave me chance to play, and I would like to play more and more. I will try to do my best during this season. What time was it over where you were when you found out you were drafted by the Devils? Какое было время, когда ты узнал, что ты, ну, время суток, когда Нью-Джерси тебя выбрало? Ну, я на самом деле проснулся к началу драфта, встал заранее, то есть все пики смотрел, а у нас время было примерно около 7 часов, без 10-7 примерно утро было. So I woke up early, and by my time it was probably 6:50 when I started watching draft, and I just tried to watch everything. So I knew that around when it was happened, I knew it in life. Thank you. Any other questions for Shakir? Yeah, just one here, Shakir. You know, what we know about you mostly in North America is that you're a guy with a lot of tools, skating, size, obviously a hard shot. What have you been working on to make those tools and talents translate into results and production? Ну, вот ты работаешь над своими качествами. Что ты делаешь для того, чтобы стать, вот, бросать? Что делать для того, чтобы сделать тебя хорошим игроком? Какие качества ты развиваешь? Я сейчас развиваю гибкость, ловкость свою. Также физические данные развиваю. Ну и над броском постоянно работаю после тренировки. То есть остаюсь там, это броски сходов, с кистей. Ну и над катанием тоже. То есть сейчас, скорее всего, начну ходить к каким-то тренерам, там, чтобы отдельно заниматься индивидуально над катанием. I practically working on all aspects, flexibility, strength. I trying to bring my skating better. Even I try, I will probably find soon some kind of private coach for skating. I try to work on all aspects what a hockey player has to be work on. And any aspects I would like to improve.